Здравствуйте, дорогие подписчики, или просто зрители моего канала, представляю вам видеоролик «Ушедшие актеры» из сериала «Ликвидация», вышедший в 2007 году. Лахин Юрий Николаевич, родился 23 июля 1952 года, скончался 27 января 2021 года. Роль Чусов — полковник, начальник контрразведки Одесского военного округа. Смирнов Виктор Федорович, родился 4 августа 1945 года, скончался 12 августа 2017 года. Роль — Андрей Остапович Амеленчук, начальник Одесского уголовного розыска. Броников Андрей Андреевич, родился 8 ноября 1951 года, скончался 5 июля 2015 года. Роль — Константин Григорьевич Черноуциану, эксперт. Авшаров Юрий Михайлович, родился 22 декабря 1937 года, скончался 29 января 2010 года. Роль — Седой Грек. Соловьев Виктор Юрьевич, родился 29 сентября 1950 года, скончался 4 октября 2020 года. Роль — Дядя Ёшта. Чулков Геннадий Фролович, родился 28 июня 1937 года, скончался 5 апреля 2018 года. Роль — директор интерната. Меркуриев Петр Васильевич, родился 17 июня 1943 года, скончался 27 сентября 2010 года. Роль — сосед Нары. Молоков Вячеслав Михайлович, родился 4 февраля 1955 года, скончался 29 марта 2010 года. Роль — Михаил Мефодьевич Кумоватов, первый секретарь горкома партии. Семисынов Олег Александрович, родился 29 декабря 1966 года, скончался 30 апреля 2015 года. Роль — Мальцов, военный прокурор. Лысенко Виктор Николаевич, родился 20 декабря 1950 года, скончался 1 августа 2010 года. Роль — Тележка. Михайловский Владимир Менделеевич, родился 23 апреля 1936 года, скончался 8 марта 2020 года. Роль — Боречка Старичок. Пасечник Виктор Александрович, родился 19 ноября 1939 года, скончался 24 июня 2019 года. Роль — Виталий Шумяцкий. Казачков Валентин Федорович, родился 2 февраля 1934 года, скончался 24 декабря 2012 года. Роль — председатель комиссии по усыновлению. Арташонов Игорь Геннадьевич, родился 17 марта 1964 года, скончался 18 июля 2015 года. Роль — Ева Радзакис. Голота Василий Афанасьевич, родился 1 февраля 1938 года, скончался в августе 2008 года, число неизвестно, роль — игрок. Донцов Ярослав Петрович, родился 30 апреля 1941 года, скончался 27 сентября 2020 года, роль — генерал-майор. Дубровская Наталья Константиновна, родилась 10 июня 1945 года, скончалась 10 марта 2015 года. Роль — эпизод. Ёмышев Василий Васильевич, родился 14 сентября 1944 года, скончался 9 мая 2008 года. Роль — участковый. Емцеев Олег Павлович, родился 24 июня 1951 года, скончался 3 августа 2011 года. Роль — карточный шулер. Жуков Валерий Николаевич, родился 8 сентября 1948 года, скончался 24 октября 2017 года. Роль — эпизод. Лещук Виталий Дмитриевич, родился 11 августа 1955 года, скончался 5 июля 2013 года. Роль — эпизод. Наумцеев Владимир Михайлович, родился 8 ноября 1934 года, скончался 31 декабря 2011 года. Роль — товарищ, с приветствием Жукову. Олег Сергей Георгиевич, родился 16 мая 1965 года, скончался 2 апреля 2017 года. Роль — эпизод. Пославский Анатолий Анисимович, родился 9 января 1938 года, скончался 5 сентября 2017 года. Роль — сосед. Присич Маргарита Александровна, родилась 1 августа 1936 года, скончалась 26 ноября 2011 года. Роль — торговка с семечками. Равицкий Игорь Николаевич, родился
4 ноября 1946 года, скончался, 29 октября 2017 года. Роль-эпизод. Раева Ирина Леонидовна, родилась 24 июня 1932 года, скончалась в 2015 году. Роль «Дама в берете». Силин Эмиль Абрамович. Родился 3 ноября 1933 года, скончался, 28 сентября 2014 года. Роль «Бандит». Лукашенко Сергей Валентинович. Родился, 30 апреля 1963 года, скончался, 18 сентября 2020 года. Роль «Адъютант».